Еще кое-что. В кофе, который вы недавно пили, мы добавили люминесцентный кальций, чтобы мы могли наблюдать активность нейронов мозга. Существует небольшая вероятность, что ваша лобная доля затвердеет и превратится в стекло. Не нужно об этом думать. Визуализация процесса в условиях стресса может спровоцировать эту реакцию. Добро пожаловать в Центр развития. С тех пор, как участие в испытаниях стало обязательным для всех работников, качество испытуемых значительно повысилось. Однако возросла текучесть кадров. Возможно, вы слышали, что мы планируем постепенно прекратить эксперименты над людьми. Впрочем, еще остались вещи, требующие доводки. Ой, заткнись. Так, слушай, мы сбежим отсюда очень скоро. Обещаю, обещаю. Плохой план, ничего не получится. Встретимся на той стороне. Заметил, что никто не останавливается, чтобы послушать. Нам до этого нет никакого дела. Если жизнь одаривает вас лимонами, не делайте лимонад. Заставьте жизнь забрать их обратно. Разозлитесь! Мне не нужны твои проклятые лимоны! Что мне с ними делать? Thank you.
Отлично. Астронавт, герой войны и... или олимпиец. С вашей помощью мы изменим... Требуйте встречи с менеджером, отвечающим за жизнь. Заставьте жизнь пожалеть о том дне, когда она решила одарить Кейва Джонсона лимонами. Вы знаете, кто я? Я тот, кто зажжет ваш дом. Я заставлю своих инженеров изобрести зажигательный лимон, чтобы спалить ваш дом дотла.